Международный круглый стол «Проблемы внешней миграции и гражданства. Нужны ли новые подходы?» прошел на базе РУДН. Эксперты из России, Германии, Греции, Франции, Италии, Австрии и Болгарии дали объективную оценку современным миграционным процессам и предложили свои решения. Участники – представители государственных, парламентских, неправительственных организаций и научных кругов Европы. Тема миграции, она уже давно актуальна. Только в последнее время мы стали больше уделять ей внимание в связи с тем, что происходит в Европе, в других регионах мира. Как будет развиваться в России, это будет зависеть от экономической ситуации в России в первую очередь. Потому что мы понимаем, что главные стимулы, которые приводят мигрантов в движение, это желание жить лучше. И вот та массовая трудовая миграция из стран бывшего СССР, которую мы наблюдали последние годы, она, конечно, меняется в связи и в зависимости от экономической конъюнктуры, спроса на иностранную рабочую силу, ну и ряда других обстоятельств. Международный круглый стол провели в рамках развития постоянного российско-германо-французского экспертного диалога по вопросам миграции, гражданства и связанными с ними вопросами лингвоцивилизационной проблематики. Он направлен на обсуждение и разработку механизмов научной и практической проработки актуальных проблем в области миграционных процессов с учетом опыта стран-участников дискуссионной площадки. Это и эффективный контроль за миграцией, и борьба с радикализмом и терроризмом, пресечение противоправных действий уголовного характера, вопросы социальной адаптации наших новых соотечественников. Вот это далеко не полный перечень задач, которые должны решаться совместно правительствами и институтами гражданского общества. При этом мы должны, конечно же, учитывать серьезный экономический потенциал миграционных потоков и обеспечить гармоничное вхождение новых соотечественников в общество. Эксперты из Франции, Германии и России также провели публичные лекции для студентов ведущих вузов Москвы, обучающихся на направлениях юриспруденции, политология, международные отношения, социология. Телевидение РУДН. Новости.